Любимый парк вдохновляет на творчество. С минувших выходных за лодочной станции в парке культуры и отдыха Дубки горожане могли заметить, что на лужайке преобразились некоторые деревья. При ближайшем рассмотрении на белых полотнах можно различить орнаменты, и они опоясали стволы деревьев по художественной задумке группы флористов. Мы собрали весь тюль, который был у нас в доме, упросили всех своих знакомых, которые нам тоже принесли свой тюль, и создали этот арт-объект, который для нас достаточно многое символизирует. Да, наша любовь к нашему Сестрорецку, к нашим дубкам, к каждому дереву, которое здесь растет. Мы хотели бы окружить их красотой, добром, любовью. И как художники проявили это именно таким образом. Идея тюлю-декора парковых деревьев в творческой группе пришла спонтанно, как контраст сочетания легкой ткани и шероховатой естественной коры деревьев. Работа с материалом была поверхностной и не наносила никакого вреда стволам, а результат подчеркнул природную красоту и стройность дерева. Сам процесс занял у художников 3 часа, и они вместе воплотили свою задумку субботним утром, несмотря на дождь и сильнейший ветер со стороны залива. Очень интересно выглядит. Необычно такая. С каким-то старорусским, немного деревенскими мотивами, что-то в этом роде. Вот мы, честно говоря, шли и рассуждали. С невестой ассоциируется. Тот тюль, который с рисунком, ну да, с каким-то венчальное платье такое. Это старый материал, давно известный, плюс вот эти филигранные узоры, все это так всегда завораживает, и хочется сложно оторваться от этих узоров. Вот эта нежность и в то же время сила нити, крепость вот эта, да, вот вдохновляет на что-то. Это достаточно такая работа трудоемкая и верхолазная немножечко. Да, 2 большие лестницы. Плюс еще тюль – это такой сложный материал, потому что он скользящий, струящийся, и сложно с ним, в принципе, его подогнать под фигуру дерева. Посетители проходят и спрашивают, а зачем, а почему? Для того, чтобы обратить внимание, для того, чтобы заметить, улыбнуться, да. Для того, чтобы просто по-другому взглянуть на природу. Художественное оформление деревьев служит временным арт-объектом. Полюбоваться преображенными деревцами можно еще в течение недели. Открытие парка стало долгожданным подарком для горожан, которые очень скучали без привычных прогулок по его ухоженным аллеям. А здесь гостей иногда ожидают креативные сюрпризы. Руководство Дубков поддерживает творческие инициативы местных жителей. А они, в свою очередь, рады сделать что-то приятное для своего города. В Сестрорецке 20 августа откроется выставка «К дню города», где будут также участвовать наши дорогие, любимые флористы, наши мастера, картины, художники, прикладное искусство наших людей из Сестрорецка, жителей наших. И что очень ценно в наших выставках, мы всегда обращаемся к людям, которые творят у нас в Сестрорецке, потому что считаем, что здесь живут самые талантливые люди –